Здравствуйте, друзья! Сегодня я приехал в гости к Мартину. Он пригласил меня на одно из фарайновских озер. Ловить здесь можно. Дневные карты не продаются, но члены фарайна имеют право взять там несколько раз в году с собой гостя. И вот по приглашению Мартина приехал сюда. Попробуем половить с ним форельку. И, как всегда, все, что получится из нашей рыбалки, вы увидите с короткого видеоотчета. Все, идем искать рыбу. Вот такое прекрасное озеро находится в горах. Сейчас мы идем по плотине. Видите, как красиво все. Раннее утро. Ну, будем надеяться, что что-то поймать удастся. Хотя приехали буквально на пару часов. Мне сегодня нужно ехать встречать Алексея Вашкова. Он 3 часа прилетает. Так что мне, 2-3 часа на рыбалку. Ну, как получится, как Бог даст. Мартин тащит уже небольшую. Виду, байный воблер, бессельсмайны. Das ist Seeforelle oder Bachforelle? Что? Кланик. Махроли фрая. Педри? Это у меня клюнула небольшая форелька на колебалочке. Я поставил криуский лофишинг. На падение взяла ближе ко дну. О, это не зайблинг, это голец маленький. Маленький голец. Проблема, что сейчас очень высокий уровень воды. Видите, деревья все затоплены. С берега вообще не забросят. Везде нужно смотреть, чтобы даже в воде стоять, чтобы не зацепить приманку, не оборвать леску, а еще в худшем случае и спиннинг не оборвать, не поломать. Поэтому как бы немножко сложновато сейчас ловить. Но ничего, попробуем. Мы перемещаемся по озеру. Была у меня еще поклевка на воблер, на Риджи Флет, форелька такая, сантиметров 30 стукнула, но не зацепилась нормально. Прям под ногами я видел ее. Было на колебалке еще несколько поклевок, но пока ничего серьезного не попалось. Хотя озеро очень-очень интересное. Видно, рыба присутствует. Но пока не активно. Будем искать, мы уже полозера обошли. Ах, и сошла. Только хотел вам, друзья, показать. Вот такую колебалочку клюнула форелька, но небольшая, и сошла. Вот опять клюнула форелька, сейчас посмотрим. Такая же маленькая, может чуть побольше, но небольшая явно. Не, это побольше уже. Ого! Это голец опять. Зайблинг. А, еще она. Макс Думир фото. Вот я поставил лесенку килофишную и небольшая форель, как я вижу, клюнула. Хотя опять глянем, сейчас может голец опять окажется. Не, это уже форелька озерная. Паники, сейчас мы ее сфоткаем и быстро отпустим. Их не имеет здесь своих проблем. Вон шафы их. Вот это шун фирсих гнал. Вот это даже мэр. Warte. Ich gebe dir nur, was aber der Licht.
О! У нас тут блинкер лесенка килофишинг. А у дизы фарбы вибайдир, да, дизы вар. Барбамир дюны шнур. Нуль нуфир гефлохины и 0,16. Ja, deswegen hier, ich habe ja gerne 20 drauf. Ich weiß, das ist viel, aber manchmal brauchst du das. Есть! Такая красавица! Сантиметров 45 точно в ней есть. Сейчас я поставил фишкиллер на головочке 2 грамма. Было две поклевки, потом выше целая стая, 3 штуки, причем такие сантиметров по 40 вышли форельки. Били, но не зацепились. Не, под камеру не хочет. Думал, под камеру сниму. Не получилось. Вот фишкиллер. Друзья, рыбалку надо заканчивать. Пора мне Алексея Ивашкова встречать, а то он так без меня там в аэропорту будет меня ждать. Большое спасибо. Филин дан за приглашение моего товарища Мартина. Вот такое вот прекрасное озеро были мы здесь. Рыбачили буквально тут чуть больше 3 часов. Рыбку поймали. Надеюсь, что еще сюда приеду и сниму еще фильм, возможно, удастся поймать и более крупную рыбу. Так что, друзья, все, пока.